Ну, Володя, поехал хлеб печь. Давай. Господи, благослови. Ну, добрый путь. Муку взяли? Да, взяли. Масло растительное взял? Да. Ну-ка покажи мне. Открой. Вот он. О, это мешок. Так, а масло где? А, там стоит. Ну-ка, давай. Вот он здесь. Вроде ты не поторопился, сейчас муку там залезет у нас. А, вот пачка масло. И мы сахар взял, да? А соль взял, здорово. В другой раз можно. Мир вам. Еще надо что, соль и дрожжей? Соль у него есть. А дрожжи? А дрожжи возьмем сейчас. Да-да. Ну все, давайте. Значит, все, что он будет делать, вслух комментирую, и все засняли, чтобы другие, чтобы могли делать так же. А, ну хорошо. Хлеб покупать. Хорошо. Договорились, да? Да, да. Давай, собачкам сделаем, там дадите корочку. Корочка. Ну давай. Они косточки грызут. Давай, жду. Представляешь, если мы пролетим. С этим вроде бы у нас нормально получилось, да? С капустой. Капуста нравится? Нравится. Ну, слава богу. Я сначала не мог жевать, а сейчас научился ее глотать. Да, да. Как да, пингвин. Да. Он же глотает большую рыбу. А хозяин говорит, вешает, ему здесь вот перевязывает, и он вытряхивает, и он рыбу ловит. Видел? Нет. Вот такая у него как резинка здесь. Он глотает рыбу-то, а хозяин пингвина-то, ну, за ногу он привязанный-то. Он его вниз головой, и рыба выпадает. Опять посылает. У него горло-то тонкое, пока заглотит, но ну он, да, он да, так он ходит, сразу его. Когда глотает. Так он не может заглотнуть, она не проходит, он перетянул ему. Ну я понял, понял. Это как, ну ладно. Он же не сразу рыбу заглатывает, поэтому да, можно поймать. Давайте. Володя поехал хлеб печь. Нам Щукина Нянила Алексеевна пекла эти годы. Пополам муку туда, пополам мешок. Благословляйте нас! И она с Богом благословения просят. А теперь думали, где только у Игоря на дому. Погрузили все. И там будет. Вот и все. Сегодня первый раз пекут. А сегодня у нас 19 ноября. Все, слава Богу. Ну вот и пойду снег кидать. А эти оставили, которые горизонтальное бурение, шланги, так сказать, и трубы-то, они так и лежат у нас тут. На один день, на ночь попросились, а уже больше прошло, уже зима начинается. Вот так. Ой, издалека, как наш дом-то с этим прибили вчера, эти прикрутили пенопласт. Ну вот Володя тут снег убирал, сейчас я буду снег убирать. Вот сколько нападало вот за ночь. 20 сантиметров. Ну-ка я проверю. Даже больше, 23. Примерно 23 сантиметра за ночь выпало. Ой, а тут мое хозяйство. Вот они сидят, вылазят. Сейчас полезу проверять, что там у них. Воробьев тут надо кормить. Сейчас вот вчера стол притащил им. Сейчас вот полезу, такое вот ведро большое. Большое вот ведро такое. Ну, на два ведра обыкновенно входит в него высокий. Вот, вот оно. Ну и отходы голубинные этим сюда. Семечек дать. Вот стол притащил. Откуда он у меня, не знаю, стол. И вот три ящика полные. Ну и здесь еще худенько, ну все тут засыпано. Семечек сейчас. Воробьям. Гляжу, сколько воробьев. Полста примерно воробьев. Они такие компанейские. Тут, а жулан этот, большая синица. Красивенькая такая, желтая. У него желтая, там зеленая, черная, белая. Все есть, тужурка такая. Ну все, вылазьте. А-а-а. Сейчас полезу еще, может, сниму. Я на голубятина своей тут зашел. Сейчас я их маленько покормлю, кроме пшеницы. Гуля. Вот они у меня где. Давайте. Вот они у меня где. Ой, рядышком тут, давайте. Дайте скорее, давайте, а то ухожу я сейчас.
Ну-ка, давайте. Гули, 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 гули. Вот они у меня где. Тут они у меня, слава богу, сейчас не болеют. Дай бог, чтобы не болели дальше. Вот этот у меня в комнате был, вывел другого. Вот этот. Ну, сразу забывает, год пройдет. Гули, 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 гули. Сейчас он придет сюда. У него на правой стороне вот он бегает, суетится. Сейчас должен прилететь на стул. На стул. Гули, 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 гули. Вон оттуда с улицы залазят. Сколько их тут у меня? Я и сам не знаю. 35-то есть. Это я вытаскиваю карман. Рукавички испугались. Вот рукавички свои положу. Набрать с собой семечек желаний. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Давайте скорее. Ну-ка, давайте. До последнего времени все. Несли яйца. Собираю. Ну-ка, давайте. Во. Вот они где у меня. Гули хорошие. Да замечательные гули у меня. Ну-ка, давайте. Вот он где на стул прилетел. Сейчас я сюда прилетел, сверху. Вот тут я баночку закрываю, потому что мыши откуда-то попадают все же. Ну, давайте, давайте. Гули, 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 гули. Это два сизаря. Такие, как называют, дикари. Они привыкли, тут живут. Давайте скорее. Вот он на табуреточку залетел, второй. Да, ну, давайте. Давайте скорее. Так я сейчас выйду. Здесь выйду. И они тут прям к дверям подлетят. Ой-ой-ой. Темно тут везде. Вот они. Я вышел, вот они на ногах, ребята. Валенных. Красиво. Это что у них? Три тазика и ведро с пшеницей. И отходы здесь. А там даю разный песок, соль. Ну, а этот на столе сидит. Ну, давай, давай. Не один. Ну, это я там свет окном я забиваю. Вот оно. По-другому никак. Гули, 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 гули. Вот они. Свет там, видите, забивает. А туда пройду, они боятся. Там рядом окно. Я делал там картон в угол и за картон сам садился, оттуда снимал. А тут хорошо видать, повыше. Вот они где. Гули мои гули, 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 гули. Да хорошие гули, но... Гули, 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 давайте. Вот они мои хорошие, гуленьки мои хорошие. Гули, 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 гули. Вон они летят издалека. Ой, сегодня у нас 31 октября. Гули, 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 гули. Ну, скорее идите сюда. Гуленьки мои гули. Гули, 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 гули. Вылазят. Вылазят. Ой, вот они мои гуленьки. Вот толпа какая, а вот на правом у ней предплечье есть, это вырос у меня голубёнок в комнате. А вот это два дикаря, везде не успевают взять. Живут у меня на ногах на правых, и заметно у них веревочки. Вот так я их окольцевал. Ну ладно, я пойду. Мне некогда. Раннее утро. А вы еще сидите там? Ну-ка, скромники. Вылазьте. Сегодня 23 октября.
2019 года, среда. Вот у меня голуби там в Барнауле. Малышня тут все замерзнет. Вот я говорил об этом. Голуби красивые. Вот он где выходить леток. Сейчас я посмотрю, как они у меня будут. Пшеница тут все засыпана. Три тазика с пшеницей и ведро. Там соль. Ну то есть все есть тут они. Вот они воркуют тут. Сейчас я их приглашу. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Сласти давайте. Давайте, давайте. Вот они мои гуленьки, слетели все. Ну-ка давайте. Вот они, гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они мои гуленьки, да хорошие, хорошие мои воркунчики. Давайте, давайте. Гули, 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 гули. Вот гоняет ее голубка, значит, она уже согласилась с ним быть. Он ее гоняет, пока в гнездо не сядет. А сейчас ей бы не надо садиться в гнездо. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они мои хорошие, гуленьки хорошие. Вот они у меня, можно посчитать сколько. Ну-ка. Вот так. Гули, 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 гули. Остальные на улице. Вот она, долго, долго ты долго стреляешь. Вот она. Маленькая такая, а такая на колюшке. Всех долго. Тот... Да, гули мои гули. Да он ее гоняет, он ее любит. Как голубь, говорит, с голубкой. Вот он ее гоняет, а то голубь с голубкой. Это у него любовь так проявляется. Как говорит, ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? Я зато тебя ударил. Познакомиться хочу. Познакомиться хочу. Но. Вот они где. Да мои хорошие гули. Да замечательные гули. Вот они где. Вот они мои валенки стоят. Вот я шевелю правым валенком стороны в сторону. Они рядом тут. Вот они как бегают тут. Бог милует, пока не болеют. Видишь, какие все с хохолками. Турманы. Кувыркаются. А вот дубоносики, те без хохолков. Но это другая порода. Носы такие, прям с головы начинается нос. А это у меня дикари прижились, я их в комнате держал. А к ней голуби. Вот они. Пометил. Ну что, все, проведал, все живы-здоровы, не считая малышей. Четырех списали сегодня. Вот так. Гули, 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 гули. Вот они гуленьки какие. Гули, 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 гули. Вот она завеса рядом. Хорошие гули мои гули. Да какие они красивые. Да беляши мои хорошие. Вот коричневый один. Там на улице еще один. И срединовые. Но. Гули, 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 гули. Прям совсем рядом садится. Гули, 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 гули. Это стол. Я стою около него. Ведерко вот из этой баночки. Семечки кидаю, и они
слетает. Ой, как хорошо это. У которых были шпоры, большие такие. Ну, уродливые. В природе этого нету. Мне нравится. Я их все обстригаю. Еще и мучатся скотинки. Да. Хорошо, все, ушел. О, у нас во дворе собачка. Это Игорь приехал. А, вон оно что. Капусту, говорит, привезли. Ой. Ой, обрадовалась как колобок. Туда будешь открывать? Ну давай сюда. Заходи. Прибыли к месту. Привет. Добрый вечер. Давай. Ой, какая собачка. Вот оно что. Ой-ой-ой. Так сколько? Четыре банки? Где Джесси? 5, 6, 7. 9 банок должно быть. Карамелька. Володя пошел. Жасенька, иди сюда. Вот писюлька какая. Иди сюда. Писюлька, писюлька. Вот так. Давай сюда. Сиди там. Еще бери. Почему 9? 8? 8, да. 8. Это мы с тобой 12 думали. Давай. 8 банок, 8. И Игорю оставили. Тебе оставить? 3 банки оставили. Ну, с ним разговаривай, я ничего не знаю. Ну ладно, ладно. Согласен. Согласен. Ладно. Давай. Не урони, крепче держи. О! Володя пока в предбанник несет сюда. О, это они как делали капусту. Так он дома те бутылки, банки-то оставил, да? Какие? Ну, он, говорит, 3 банки оставил себе. Да, у себя дома, да. Ну-ну, вот это скажи, ешь, а мясо не ешь, свиное особенно. Ты капусту ешь, а мясо не ешь. Во, будет здоровье-то у тебя. А я мясо и не ем. Ну, я знаю. Вон, смотри, тащит. Все? Да, последний. Сейчас еще принесет. Еще. Сегодня занятие? Да. Не успеваю. Ну, я немного не успеваю. О. Сейчас Марину забираю и поехал. Понятно. Я тебя спереди засниму сейчас. С Богом, спаси Христос. Счастливо. Давай, запирай все. Давай. Мы не считаемся, окно не снимаем. Все. Отлично. Ты баночку-то одну себе в избу-то занесешь. А тут они это неладно стоят. Это мне даже не нравится. Ну ладно. Ну, банки можно потом занесешь вечером, пойдешь кормить кошек. Ну, все. У нас тут и замок есть, ключ на ключ. Ну, неохота ключ. Вот оно где. Вот оно где. Вот сегодня пришлось из ванны вот такой лед выковырять ломиком. Вон оно какое. Застыло, ну и открыть внизу отверстие.
пришлось вытащить пробку. Ванна поливать тут что, иногда сажают. Нынче картошку сажали, помидоры один год сажали. А так нет. Виноград. Вон мои голуби где сидят. А, да уже спать они легли. Гули, 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 гули. А ну покричу я, выйдут, нет они оттуда. Да уже спать легли. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну-ка посмотри, вылезут, нет. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну-ка. Гули, 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 гули. Нет, брат, спать легли. Гули, 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 гули. Гули, смотри, смотри какие. Ну-ка, гули мои где? Гули, 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 гули. Давайте, вот, гули, 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 смотри. Вот они гули какие. Гули мои, гули вылазят. Гули, гули, гули. Ну, ой, вылезли. Гули, 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 не ожидал. Уже темняет. Да почти что. Гули, 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 гули. Ну, иди скорее. Вот они мне гули. Гули мои гуленькие, да хорошие гули. Ну-ка иди сюда. Вот они где, давай. Давай скорее, вот они где. Я им кидаю семечки, да. Гули, 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 гули. А те прилетевшие откуда-то. Гуленькие мои гуленькие, да хорошие гуленькие. Давайте скорее. Вот они. Гули, 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 гули. Вот еще одна дикарь. Два дикаря живут у меня. Хорошенькие. Гули скорее, скорее. Гули, 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 гули. Ой, ой. Полетел, да и забылся. Ну ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Я уйду. Кто-то напугал их, кто неизвестно. 19 октября 2019 года, суббота. Вот 9 голубят у меня здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, где 9-го, неужели не было его. Вот, совсем молоденькие. Как они пить пьют, что, не знаю. А пить никак здесь все доставать им не даст это. Здесь мороз отбирает, естественно. Вот теперь, вот сколько их сидит, я с улицы фотографировал. Я их сейчас привлеку сюда вниз. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они у меня гуленьки какие. Давайте, давайте. Гули, 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 гули. Да, да, да. Вот они где. Ну-ка, давайте. Давайте, я им бросаю вот семечки. Всех сюда привлечь. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они мои гуленьки какие. Давайте сюда. Ой, скорее, это не достанется. Черныши два дикие приручил. Они зиму у меня прожили. А тут какой-то залетел вот коричневый. Видно, что очень породистый. Вот он. Видно, тут плохо в темноте. Ну, ничего не сделаешь. Как не сделаешь? А если попробовать и свет включить? Ну, тогда-то лучше будет, наверное. Вот они где у меня гуленькие-то. Остальные на улице. Вон они где вылезают. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ой. Пшеница везде насыпанная. Ой. Три тазика. Три тазика у нас тут. Вот они у меня. Сколько их тут? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот он какой прилетел. Красавец. Вот он где прилетел. Давай, давай, бери, бери. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот он.
А вот из скамейки вылазит пятнышко вот на шее. Он вырос голубенком у меня. Летает. А я в ухо положу семечко, он летает, клюет. Вот, говорят, папа Римский так и показал, как бриться-то. Это, дескать, ему Дух Святой показал, голубь слетел. Я показал, что как это делается. Ну. О, еще один. Да там еще, да молоденький там, уже на подлете. Вот на улицу уже вылез. Но. Вот тут им дал соли. Ну, хорошие голуби. Да замечательные голуби у меня тут. Ой. Вот они. Сколько их тут не считал? 30, наверное, 5. Всего на зиму. Ну все, пошел на улицу.